Россия постепенно подходит к такой ситуации, где все, что угодно, кроме вот того, что сейчас, будет хорошо и будет лучше. То есть сейчас, после того, как сначала пропали куда-то 160 тысяч профессиональных солдат и офицеров, и, видимо, подходит к концу призванные вслед за ними, мобилизованные вслед за ними 300 тысяч резервистов, когда цена непротивления злу насилием превысила уже десятки тысяч человек, 50 тысяч, вот, по каким-то объективно существующим подсчетам, возможно, сотни тысяч, да, поскольку все спецоперация, у нас все засекречено. Тихо, ша, тут и государственная тайна. Очевидно, что все, что угодно, уже лучше, чем вот это. То есть говорить, что мы все еще боимся революции, потому что революция – это кровь, потому что революция – это хаос. Путин – это кровь, и Путин – это хаос. Путин – это бессмысленные человеческие жертвы, Путин – это разрушение, которые творятся не только в масштабе нашей страны, но и в масштабе соседних государств. И Путин – это угроза всемирного ядерного холокоста, всемирной ядерной войны, которая каждый день муссируется на отечественном телевидении. Каждый день. Если вот эта стабильность, если вот это то, за что стоит бороться, как бы, то все, что угодно, лучше этого. Конечно, революция лучше, чем ядерной войны. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро. 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. A few moments later. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили. Идиот. И вот еще одна особенность тех фейков, которые последовали, это важно понимать. Они рассчитаны на дебилов. Это война во многом гражданская. Потому что русский народ самый разделенный народ в мире. Мы были подготовлены для уничтожения. Почему я говорю резко и жестко? Потому что пока мы не осознаем, что никто с нами не собирается договариваться. Мы никому в этом мире не нужны, кроме нас самих. Они были бы счастливы, чтобы мы освободили нашу территорию от себя. Они бы с радостью ее освоили, и те природные ресурсы, которые нам щедро даровал Господь. Никакие они не гуманисты. Это Содом и Гоморра. Именно поэтому, когда наши используют системы залпового огня ТОС, солнцепёк, то невольно вспоминаешь Библию, как огнем горящей серой уничтожил Господь Содом и Гомор. Запад вмешается, он не может позволить нам победить. Он вцепился. Наш верховный главнокомандующий как-то сказал, зачем такой мир, в котором нет России? Что надо вот так верить в такую дичь. Катастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Месть Путина. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Такая строгая у них методичка. Заголовок один. Месть Путина. Так выглядят свободные демократические СМИ. Даже слова не меняют. Такая вот строгая и одна на всех. Методичка. Совпадение, не думаю. Вы не поверите, что они придумали. Вот реально креативные люди. Я иногда восхищаюсь. У меня сомнений нет, что это почерк британцев. Циничный, наглый, понимаете, очень выверен. И они тут же операция прикрытия, о которой писал Владимир Владимирович, когда все британские газеты вышли на следующий день с одним заголовком. Я скажу даже больше, да? Кто следующий? Для полноты картины, вот знаете, типун мне на язык, да, не хватало еще, чтобы Суровики от инфаркта умер. И я не шучу в данном случае, надо быть очень внимательным. Сейчас надо быть очень внимательным, они будут это делать. Они будут стараться для того, чтобы у них все пазлы сложились, не хватало еще, понимаете, вот для, так сказать, и за этим надо очень внимательно, так сказать,
смотреть и нашим службам. Давайте это чувство национального унижения разделим сегодня все вместе. Во-первых, Запад продолжает накачивать Украину оружием. Ни о каком убавлении, кроме как в каких-то там наших фантазиях и мечтах поставок нет и речи, и эти 16-е, так или иначе, да, там тоже есть вопросы, да, мы можем говорить все, что угодно, но нам никто даже не обещает 62 истребителя поставить. Я вот слышал, чтобы нам Китай 62 китайских самолета поставил, 5-го поколения или 4-го поколения. Нет, я не слышал, ну вы тоже вряд ли слышали. А им бесплатно эти самые самолеты поставят. Но вопрос заключается в том, что поставки вооружения им идут, они не останавливаются, они наращиваются, номенклатура вооружения увеличивается. То, чего там мы не видели год назад, мы там Хаймерсов боялись, сейчас уже там совершенно другие проблемы перед нами встают, гораздо более серьезные. Те же вон Storm Shadow, влетающие буквально, вот я общался с летчиками недавно на фронте, вот прям в располагу влетают, вот в дырку пробил первый Storm Shadow в стене, и вот в эту же самую дырку метр в метр влетает следующий Storm Shadow. То есть, щоб ви представляли точність. Серед цієї всієї картини війни, коли бачиш висить наш жовто-блакитний красень, от це гріє серце. Розуміємо, що ми зробили цей результат, і це мотивує до подальшого руху. Ми бачимо, що це можливо. Дрожжи. Звісно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Номер телефону, позвониш дочці. Добре. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми теж за вами скучили, скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження. Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Ви такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну головне їдемо. І знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. Чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? Ну а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. До побачення. До свидання. Кстати, погладію ще раз. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.